Дружище, здесь наши пути расходятся. За топ-1 дали 257. Сейчас приду. Слэш предикшн. Что он там пишет? Начать прогноз, какое место займу, начать прогноз. Опа, сиськи, звери, демоны, найс. Берем не глядя сиськи. И нету пиратов. Что он написал? Что он написал, блядь? Че у меня Enter, блядь, не работает, пиздец? Верни шаверму. Ты еблан ради ПТС кидаешь, так и в жизни ебло. Пиздец, чуваки, блядь, кинул друга. Кинул друга в жизни, кинул друга ради 30 ПТС. Какая жалость. Ну я эгоист, ебаный, чё. Эгоистичный паренек. Кинологи — это люди, которые смотрят кино. Проводники проводят ток людям в дома. Географы учат людей танцевать. Диаболик пошел нахуй. Ничего смешного не наблюдается. Ничего смешного в этом донате не наблюдается. Продать, продать. Продать, блять. Чё-то какая-то сложная математика, если честно. Очень сложная математика. Расстановка, кстати, чуть не расставился. Ну тут они вейлуз, да. Найс, главное, псаря убили. Хорошо. Найс. Налево, плиз. Налево, плиз. Найс, это самый минимальный урон, который мы получим. Хорошо. АВГ 9-10, получаем 7. Бля, реально сложная математика, пиздец. Как быть? Милхаус, го левелап. Сразу левелапаюсь, Милхаус. Давай. Милхаус. Милхаус, блядь. Ёбнутый. Ёбнутый на всю голову. Да, блядь, собирает вместо левелапа. Ты чё, гнидыч ёбаный, блядь? Поставь в чат плюс, если тебя держат в заложниках и платят бонусными рублями на счёт в ГГ-бет. Смешно. Смешно, чудик. Смешно, чудик. Ну-ка, может быть, багургла дадут или чё? Ну бэ, что гургл. За пиздец, сейчас усну, Владик, а можно трикчанский по типу жвачки, там новая песня про триплиты. Или поставь пасита тун-тун быт 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 быт. Еще один даплет мы крутить не будем, я на жадничах. Я на ультра-мега-гига-жадничах, если чё. Я на ультра-гига-жадничах. Я на ультра-гига-жадничах. Играем чисто в багургла в этой игре. Нам нужно брана будет искать как можно. Первое. А, ну у меня багургла не вейзафитит, отлично. Багургла не вейзафитит, отлично. Найс, тычка, вообще же. Легендарная тычка, блядь. Легендарный тычкандук вроде ничья. Главное, луза нету, отлично. Хорошо. Левелап можно сделать, нет? Вау! Можно ли здесь сделать левелап? Давай сначала посмотрим. Блять, ну я могу его словить, вот в чем проблема. БТВ! БТВ! Мурлок менеджмент во всей красе. By the way. Мурлок менеджмент во всей красе. Это идеальный мурлок менеджмент. Просто перфект, блять. Просто, ну, блять, сказка. Просто сказка. Double Secret, значит тут боевой настрой плюс айсблок, да? Раскопочка текущей таверны и отсюда бренд Бронзобару. Ага, нормально. Нормально. Нормально, нормально. Пасита тун-тун. Пасита тун-тун. Пасита тун-тун. Пасита тун-тун. На пасита чах тун-тун и твичики чах. Мы не будем этого играть, потому что это на шту и таверну нужно оставить. К
Короче, жирные тут мужики и чё-то хотят послушать всякие песенки с мужскими стонами и хлопками по жопе врубай. Давай, блядь, ссылка удалена. Я не включу, блядь. Ничего не буду включать. Блядь, сейчас мистер Миссис Капюшон, блядь, найдет у меня мой стол, но это и не поможет. Окей. На следующий от Level Up Switch, место для адаптозавра. Какую карту мы меняем для адаптозавра, не знаю. Я не буду, типа, менять уже Мурлока для того, чтобы сделать даплит, в этом нет смысла, я просто буду в шестерке копать адаптозавра. ПТС приходит и уходит, а друг он, блядь, один. Нахуй ты так поступаешь, жирное ебло? Быстро извинился перед шавермой. Мне чат, не за что извиняться. Чат, насылаем порчу 666, по факту чудик, сука. Чудик пусть регнет, идет в колду, блядь. А, не хуйню пишет, мне ВЛС на весь стрим, чтобы какую-то, блядь, волну негатива в мою сторону вывести. Есть ли смысл продавать багурглы? Наверное, да, почему нет? Хотя, с другой стороны, мы и так раунд не проиграем. А этот багургл, может быть, зайдет заебись, если мы найдем адаптозавра, и адаптозавра уже забафать, потому что, ну, этого стола и так достаточно будет, чтобы победить, а возвращать багурглы в этот... В пул нам даже менее выгоднее, потому что в лобби есть шляпа на мурлоках, у которой, кстати, 8 дуплетов. Ну да, типа, только потому, чтобы она не нашла багурглы. Нет смысла ставить этого. Можно было на самом деле раскопку засейвить под обилку, но мне что-то не нравится эта идея. Я сколько раз, блядь, не пробовал, типа, я просто лучше стабильно буду раскопку, ну, типа, крутить багурглы, потому что это стабильные статы каждый ход. С этой, с раскопки тоже можно того же багурглы находить и так далее. Вообще можно было раскопщика поставить сюда, чтобы на него кидать обилку и раскапывать адаптозавра, но... Ну, типа, в среднем, наверное, это лучше. Но похуй. А почему обилка не под спору? Как здесь можно проиграть, не понял. А, у него просто оверстатовые, блядь. Нихуя там статов у чудика, блядь. Пиздец, откуда столько статов, блин? А, у него золотой номи, блядь. Добрый день, уважаемый телеведущий. Пиздец, не поставил карту, не выкинул чела, блядь. Ссылка удалена. Блядь, нахуй, жадное уёбище. Бля, ну я жадное уёбище, если чё. Я жадный урод, блядь. Ну я не поставил карту, типа проебал из-за этого. Серьезно? Бля, пиздец, я, наверное, обосрался, то, что я в тот ход не сделал багурглы и не выкинул лакира. Пиздец, я обосрался. Но на самом деле, чисто в теории, это может даже сыграть в плюс, потому что, короче, он с золотым номи будет выкидывать людей, да. Так бы это был жмурик, которого получил бы какой-то чел, выжил, и так мы, типа, более вероятно займем какое-то место. То есть мы не должны с таким столом вообще никому проигрывать здесь. Кроме, ну, не знаю, кого. Ну, не должны просто никому. Пол ренда через 3 минуты, напомню, через минуту. Ок. Диаболик ренд мне этот, мне пипега ренда напишет, не парься. Найс, это ничья. Пиздец, какие-то все вообще оверфиженные. Это 10-й ход, если чё. Ебануться. А лакир выкинул кого-то? Лакир не выкидывал. Милхаус кого-то выкинул. На минус 24. Минус 24 капюшону. У него драконы 4 и 3 даплета. Ну, типа, там Калесгас, да. Вопрос, нам хватит ли статов из Калесгаса? Ну, возможно, даже и не хватит. Хуёво. Блять. Ну чё, просто в статы играем, чё. Надеемся, что там нету проблидонской проблидунки. Проблидонская проблидунка. Брана ближе. Брана можно поставить, типа, куда-то сюда от проблидонки, да. Ну окей, наверное, это будет правильно, согласен. Да ладно, согласен, чат, Брана ближе. Согласен, окей, согласен, это была бы ошибка. Но в идеале, чтобы его проблидонка... А, не, ну наоборот, Брана будет тычка плохой. 93 насмерть. Ну... Пиздец, что сказать. По тычкам пока что есть ощущение, что мы можем не вылететь. Типа, в Калесгаса тычка сейчас нужна. Пукич, здорово, 777. И скажи, в дракона 2-1! Как работает калибровка? Пожалуйста. До обнуления я закончил на 8500 КПТС. На данный момент 7000. Как долго мне еще калиброваться? Хорошего стрима, заносов тебе. Удачи. 777.
Ой. Ой. Ой-ой-ой. Все правильно Влад сделал. Это его стрим, и он играет на результат. А Шаверма повел себя как типичная обиженка. Чел 30 лет такой тупой, что на публику высказывает, да еще что-то за жизнь говорит. Я, если что, тупой. Блять. Чет, за что агрессатуру в мою сторону за счет того, что выиграл файт? За что? Что я сделал, блядь? Никого вроде не обидел. Везучая просмандовка. Чуваки, если кто ставил сейчас, ну, чтобы вы понимали, я был ниже по хп, чем секретчик. И если бы я сейчас файт проебывал, то красненькие бы выиграли. То есть, кто красненький поставил, вам не повезло, с шансом 6%. Я, если что, тупой. А синеньким, наоборот, повезло 6%. Короче, вам чуть-чуть не повезло. Но! Я играю в том лобби, где лобби вообще какое-то мертвое. Золотая булдыга, Надина, блядь, адаптозавр, который с двух адаптаций роляется на яд, ёпта. А, ну с другой стороны, он Мурлока мог найти, ладно. Сейчас мне дадут Элизу, это будет топ-2. Вопрос, выиграю ли я кого-то еще тут, а? Не знаю. Может быть, все-таки баблёш надо было собирать, но я фулл стата играю. Кстати, ни одной раскопки больше не дали за игру. Наказан. Реально, блядь, наказан. Ни одной больше раскопки нет в игре. Пиздец! Бля, просто отсутствует раскопка. Хеллоу. Пойдешь на Акпати, олимпийский чемпион по ходьбе по лестницам и не мыться недели, не менять майку, кек, в знак вопроса. Дурак, блядь. Сколько ПТСа, блядь? Если 1500, не пойду. ПТС. Я, кстати, ну не факт, что выиграю ее. Без шуток. Я так-то и проебать могу, ушастый. Бля, лобби вообще, что за лобби такое попалось? В каком лобби играть, блядь? У меня, блядь, Бран Багургл на сиськах ультраранний. Я еле побеждаю челов. Просто пиздец. Охуеть. Так, значит, что за трек поставить, забыл. Трек нужно посмотреть. Ставлю трек. 2% на луз. 2. Бабл только не в яд. Fuck you, блядь. А чё по тычкам? Чё по тычкам на экране? Ну ладно, тычки вроде исправились. Тычки исправились, хорошо. Или не исправились? Исправились. Три, кто поставь? Поставил уже, Ромчик, сори. Так, ну чё, блядь, дракониха ёбаная. Поговорим сейчас с тобой. Ну не знаю, чат, ну не знаю, блядь. Чё, сейчас там бабл будет ебаный? Пиздец, ну бля, мёртвый долбоёб, блядь. Просто непобедимый, нахуй. Ну то есть мне надо Винфьюри убить, что? Я просто физически не побеждаю, чечи. Чупакабрика. 1.4, что ли, рольну сейчас, или чё, блядь? 1.4 сейчас рольну, что ли? Ебать крутит против, блядь, ее. Ну все, я все равно не выиграю эту катку уже. Пиздец. Ебать в голос. Ебать в голос этой хуйни. Бля, просто в голос этой хуйни. Бля, я рольнул 6%, против него 1%. Го еще рольнем. Так, ну, кстати, хвастун из авангарда нам нужен, чудик такой.
Может, Аргуса дадут? Ай-яй-яй-яй-яй, блядь. Ай-яй-яй-яй-яй, блядь. Нахуй ты играешь в это говно? У меня за сегодня что? Под трипл браном за 9 кличей адаптозавр не нашел я, ты бабл, точка, еще и 6% проебал. Хтьфу, блядь, говнище. За что, блядь? Чат, ну по ощущениям я ультра-чудик, что думаете? Вообще, прям так сделать, прям ультра-жадно сыграть? Пиздец, жадно я играю, ебать, я жадный, блядь, какой же я жадный уёбок. Ну чат, окей, у нас надежда на то, что мы сделаем тычку в карту без бабла. Ну, окей, окей, окей. Проценты выросли, окей, 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 направо тычку. Найс, направо тычку! Блять! Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй, пиздарики, блять. Ну как же так? Ну все, я тут проеб. Это проеб по ощущениям. Ну, типа в яд тычку, в яд! А, в яд тычку. Направо! Проебал все равно. Найс! Че за хуйня? Как выиграть, блин? Спасибо, ах ты пробледушная пробледуха. Пожалуйста, теперь поставь громче, все просят. А то очень тихо, ссылка удалена. 10 атаки, блять. Ну понятно, почему я проебал. Потому что 10 атаки. Потычку направо нужно. А, ну я уже не пробиваю, все это ГГМ. Блять, у него Надина в итоге, бля. Ну ладно, я просто уже... Уже не могу это выиграть. Он уже перекачался в статы больше. А его, он забафал. Сожгите ему хату, последний... сломаете ему ногу. Заберите последние деньги, выебите в жопу его родных. Ой, только блядь. Дайте ему еще пцов. ПС, пошел нахуй. Бля, я что-то не могу. Что я сделал не так, если я что-то сделал не так? Ну вообще, скорее всего, просто нужно было раскопку оставлять. Я думаю, что с раскопкой мы бы это. С раскопкой мы статов больше накачали.